Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляем вашему вниманию Zimani LM 100 Pro с двигателем Zhongshan GB460E, ваш мощный союзник в борьбе с непокорной растительностью. С этим надежным агрегатом высокая трава и заросли уступят без боя, оставляя за собой лишь идеально ухоженные пространства. Откройте для себя новый уровень эффективности и удобства с бурьяно-косилкой, созданной для достижения лучших результатов. Давайте рассмотрим ее возможности подробнее и узнаем, почему Zimani LM 100 Pro Zhongshan GB460E станет незаменимым помощником на вашем участке. Самоходная косилка барабанного типа. Двигатель Zhongshan GB460E. Мощность 15 лошадиных сил. Ширина захвата 100 см, что позволяет обрабатывать большие площади. Высота кошения, регулируемая от 3 до 12 см. Колеса оснащены всесезонной резиной с агрессивным протектором. Это обеспечивает отличное сцепление с поверхностью в любых погодных условиях, будь то сухая, мокрая или неровная местность. Такие колеса улучшают проходимость и стабильность машины, делая ее работу более эффективной и безопасной на различных типах территорий. Производительность. 3600 квадратных метров в час. Идеально подходит для больших площадей. Корпус. Прочный металлический, обшитый стальными защитными кожухами. Маневренность. Система дифференциала позволяет разворачиваться на месте. Универсальность. Подходит для кошения обычной травы, высокой травы, бурьяна и мелкой поросли деревьев до 3 см в диаметре. Бурьяна-косилка Zimani LM 100 Pro Zhongshan GB460E решает ряд проблем, связанных с уходом за земельными участками. Удаление густой и высокой растительности. Эффективно справляется с высоким бурьяном и кустарниками, что делает ее необходимым инструментом для владельцев земельных участков, которые сталкиваются с проблемой неконтролируемого роста растительности. Экономия времени и труда. Благодаря высокой мощности и производительности бурьяна-косилка позволяет значительно сократить время и физические усилия, необходимые для ухода за большими площадями. Мульчирование. Измельчение скошенной растительности облегчает ее утилизацию, а также может использоваться как мульча для улучшения плодородия почвы. Универсальность применения. Подходит как для сельскохозяйственных предприятий, так и для частных владельцев участков, а также для коммунальных служб, занимающихся обслуживанием парков и общественных территорий. Простота в эксплуатации. Несмотря на мощность, бурьяна-косилка разработана таким образом, чтобы ее мог использовать практически любой человек без специальной подготовки. Улучшение состояния участка. Регулярное использование бурьяна-косилки помогает поддерживать участок в хорошем состоянии, предотвращая перерастание в заросли и сохраняя эстетический вид. В общем, Zimani LM 100 Pro – это отличный выбор для тех, кто ищет универсальную и мощную косилку для ухода за большими территориями с различными типами растительности. Рекомендую рассмотреть ее к покупке. Не забудьте подписаться на наш канал и посетить наш магазин для получения дополнительной информации и возможности приобретения. До новых встреч!